Друзья, мы находимся на выставке Moscow Dive Show 2024. Москва, гостиный двор, это стенд. Вот ID-SAP стенд называется. ID-SAP. Да, я и... дикий за... Да. Дмитрий Писарев, Крым. И Сергей Сметанёк будет чуть позже. Он представит вам производство от компании Impuls. То, что он делает, это ружья карбоновые и карбоновые лопасти. А Дмитрий сейчас непосредственно нам расскажет о том, как он модернизирует эти ружья, как их оснащает, как делает свои тиковые ружья, прекрасные арбалеты, роллеры. Инверторы. И даже инверторы, да, я побоюсь этого слова, это не ругательное. Дима, сейчас твой да, выход. Привет, привет. Пошли ко мне на стенд, пошли, я тебе там все расскажу, что у меня есть. У меня есть хлам итальянский, приехал на ТО. Про него мы говорить сегодня не будем. Так, помимо того, что делает Сергей, делает прекрасные карбоновые баррели, которые дальше приходится мне собирать, доводить не сам баррель, да, а то есть из ружья, из барреля делать ружье. Из палки ты делаешь ружье, я просто из карбоновой палки. Из карбоновой палки, да, я делаю ружье. Согласен. Вот. Ну, это Серега может тебе расскажет, когда придет, он тебе сам расскажет, как он прекрасно это. Ну, да, это. Я сам себе не могу такого позволить. Вот. А я занимаюсь деревяшками. Обычно я ими занимаюсь под заказ, то есть выполняю ваши хотелки, вы мне говорите, что вы хотите, и получаете то, с чем вам будет кайфово, что доставит вам просто удовольствие от того, что вы не добываете рыбу, а в принципе идете уже за рыбой, вам уже классно. А выходите с рыбой, ну это вообще замечательно. Вот. Но на выставке, да, пришлось просто для того, чтобы у вас была возможность приобрести их сразу, а не ждать месяц там, или два, как обычно бывает, вы можете прийти и купить классический, в моем понимании, роллер, раз, инвертор, в вашем понимании, классное ружье со всеми инновациями, как это технологически. Вам очень нравятся, да, такие ружья, многим нравятся. Кому-то нравятся классические рогатки, кому-то роллеры. А вот кто-то тащится от инверторов. Такие тоже есть. У нас их два. Сегодня это деревянный, сотка, метр разгона. И карбоновый тоже мы собрали как инвертор. Он 95 в разгоне. Дальше. Есть 90, 85 и... Уже меньше их стало сегодня, к сожалению, уже пятница, уже меньше. И а 120... будет еще меньше? В субботу, да, в субботу будет, я надеюсь, еще будет меньше. Ну, вот, и остался 120-й тревел. Тревел это разборной. Ну, что вы еще не знаете про то? Я вам показал, что у меня осталось, а чего у меня нет, вы всегда можете заказать. Придется немножко уделить времени, точнее, подождать, нетерпеливо, мучительно. Но я сделаю все, что вы хотите, в таком виде, как вы хотите. Друзья, рекомендую прийти на выставку Moscow Dive Show 2024, Москва, гостиный двор. Зайти на стенд ID-SAP, встретиться лично с Дмитрием Писаревым. Поверьте, сегодня к нему был аншлаг, я не мог попасть к нему. Два дня, можно вчера обещал. Вчера, да, но очень много людей у тебя. Ты сам, прости меня, откладываешь на завтра. А завтра у нас будет понедельник, и все, и выставка закроется. Еще есть время успеть. Это те ружья, которых на выставке больше нет. Они не то, что в единственном изыплянии, они уникальны сами по себе, потому что лично мастер вкладывает туда не только свои силы и труд, но и энергию и все, но да. И души, но еще и души, да. Ну и хороший. Да, пообщайтесь. Готов поделиться. С Дмитрием и выберите себе свое самое любимое ружье. До встречи, друзья, на выставке Moscow Dive Show 2024. Все, всех жду. Пока.